Здравствуйте. Мы расскажем вам историю про одного гонщика по имени Тюф Спот. Тюф Спот жил в большом городе и живет в нем. Алло? Здравствуй, дорогой. Привет, милая. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Тюф Спот. Очень интересно. Итак, наша история началась отсюда. От этой машины. На этой трассе. Я выиграю. Тюф Спорт должен был побить рекорд. Он должен был проехать трассу длиною. Точно не скажу. Около 200 метров. Меньше, чем за 30 секунд. Тюф Спорта это казалось невозможным. 300-200 метров будет сложно. Но Тюф Спорт должен был. Если бы он не выиграл, он бы не продолжил карьеру гонщика. Так Тюф Спорт продолжил свою карьеру гонщика. После своего триумфа он решил побыть один. Он решил уйти. Не обычным образом. И уже в 20 метрах от земли он закричал. Он крикнул «Это!». А, черт, моя тачка выживет, но выживу ли я? Продолжение следует.